Здесь у нас разбавитель, взяла жидкость, взяла белильца, взяла голубой, розовый. И напачкаешь этим цветиком весь кол. Можешь вот так начать с продресью. Вот с этой продресью. Вот с такой продресью. Mm-hmm. Смотри, что холст немножечко помигивает отсюда, да? Mm-hmm. Вот такую среду создашь. Более светлый придет немножко сверху. Вот такое. Вот такое. Давай. Мы не начинали с этой отвратительной ниточки. Не начинали. А если бы мы и начинали, то более крупными. Ни в коем случае не вот так. Не для этого мы стихим. Совсем не для этого. Но еще рано. Сначала мы сделаем, будешь посматривать на ту картинку, с которой ты работаешь, мы сделаем идею вот этих штрихов крыльев, да. Где-то плюс коричневый, с теплотой легкой, да? Вот они, вот они. Создадим движ какой-то рисовательный. Чуть-чуть наметим вот эти вещи. Смотрим относительно середины, рука прямо в середине и уходит чуть в бок. Смотрим на теневую под личиком, головочка. Оно, да? Давай так. То есть вот такими дымами. Цилиндру, ручки, головочку, добираешь вещество и по цилиндрику. А вот эта розоватость, она... Вот да, это да. Желтым, да, немножко? Да, да, да. Начинаем вгонять приятность цвета лица. Руки. Тельце. Хорошо? Угу. Наполняем. Еще просто не успела. Мне кажется, все делаешь правильно. Все правильно идет. Да, да. Спасибо. Ну, может, чуть светлее. Это дай, я не, и не трогала. Да. Но у меня уже она совсем такая. Нет, не трогала еще здесь, угу. Потому что. Вообще вот этот. Чуть-чуть может быть, смотри, с тряпочкой. Угу. Здесь уже плоскости большие, чтобы долго не мучиться с ними. Чуть-чуть с тряпочкой. А вот здесь не надо делать вот эту округлость. Ну, она, видишь, вот, немножко списана, эта окружность. Но у нее есть такое ощущение, да, что как будто то ли лопатка сюда, ага. Вот. Ну, вот у меня смотрится. Вот фоновое пятно немножко отчеркивает силуэт. Чуть-чуть можно вспомогать тряпочкой, и тогда легче будет. Осуществлять набор. Я поняла, что сначала вот это, а потом вот это набирается. То есть это как будто поверх, да, идет. Светлоликость наполнить. Светленькая у нее очень. И я ни разу, ну, как бы я вообще не делала руки, то есть мне потом нужно будет. Рисуй не как руки, а как веточку. Вот перечисли просто правильно, а потом разберемся. Хорошо? Угу. Здесь же нет такого уже принципиально подробного рисунка. Ну, вот этот вот мастер, как вот я смотрела, Эльвира, у нее она использует почему-то вот, вот она такое пастельное, да, как фреска, а потом берет золото. Ну, и хорошее она, дело. Сусальное берет? Нет, не сусальное, скорее всего, она берет... акриловое золото у нас даже есть оно. Потому что вот очень это здесь плохо видно, а я вот другие картинки смотрела. Вот эти вот настроения чуть-чуть.
поддать. Ну, я потом, да, счищу, чтобы было как фреска. Угу. Вот она. Ну и хочу от тебя увидеть. Крик у этого художника модного, дорогого. Мунка, да. Чуть теплее, смотри, чтобы она немножко понежнела. Согласна? Не очень. Чуть теплее. Краснота, коричневизна. Головочка скорее вытянутая, чем блинообразная. Правда? Да. Нет, просто расштриховать, не менее, просто, не брутальнее. Просто штриховать. Даже если будет где-то. Ты видишь, да, штрих по да, окружности вижу, все время везде. Создает. Галочка такая, галочка носика. Здесь светлым долгами резко получается, да? То есть не черным, не темным, а более красноватым. Да, да, да. То и черным белое чисто. Какой-то характер такой вот в себе выражен, мне кажется, в губах, да, вот какая-то такая такая вот. Глаза как-то спрятаны. Попробую в таком же духе с глазами. Глаза ну вот они, вот они, цветики. Вот они. Вокруг этих бегаем. Угу. Ну и размер руки, соответственно, привязать. Голове не доходит. Угу. Смотри, до брови. Здесь.
А здесь? Угу. Так огромная. Она худее. Если я капну, ничего плохого не будет, да? Да, да. Я боюсь. Может, наклон увеличить, так, чтобы все-таки капать? Можно дождаться, проделает ли... Так. Нет. Так вот не видно. Как сделать вот зрачки? Они же у нее не белые, потому что да, сильно будет выделяться, да? Верхние века обычно помощнее. Ну что, смотрите. Делаем просто не кисточкой, да? Вначале. Угу. Лиз, можешь лиз? Смотрят? Угу. Ты видишь, я сделал активную подрезку с одной стороны, да? Угу. Не сразу с двух, а с одной. Хотя там есть светики с другой. Да. Но подрезал я активно сначала с одной стороны. Делается, что сразу вынудило их, да? Их смотреть, да. Угу. Все-таки белым, да, мы делаем здесь. Угу. Потом черным еще акцент получается, да, вокруг. Ага. Ну не вокруг белого, а это темность зрачка. Да, я не так делала. Я сначала черную выводила, когда вводила белую, у меня получался глаз. Вообще никак. Теперь там не надо вот белым, допустим, векой как-то выделяться. Потому что у нее вот такой. Сейчас. Эта теневая достаточно толстовата, ты ее переуменьшила, она шире, вот эта тенечка, то есть закругление носа создает это. Как там? Пока.
Угу. И у него вот здесь, вот то, что я говорила, вот у него прямо вот это вот место, такое белым, как будто вот. Как будто акцент, либо я неправильно вижу, что даже сильнее света, да, чем на зрачках. Ты видишь, чем я сейчас занят вообще? Тут разговариваешь. То есть у нас же головы нет на той картинке, поэтому я вкомпоновываю голову. Да, у нее появилось в картине свечение. То есть можно, конечно, как там сделать, чтобы она утонула в этом, а можно вот сохранить этот выявленный характер. Значит, шеечку подложишь, ручечки, светичек подложишь. Мне вот здесь еще это непонятно, вот этот момент. Вот это, да? То есть как бы... Там рука, перебитая тканью. То есть рука, плечо, рука, перебитая тканью. Поэтому так и... А вот это получается граница чего? Подмышка, что ли, получается? Самое главное, там рука, перебитая тканью. Вот эту историю... Вот эти вещи. Сначала пальцем. А уже потом дома можешь, купив этот золото, да, дополнить по-сухому. А вот здесь дотирать ничего не надо.
как бы, ну, вот эти так и оставить. Не, можешь там попошиться, да. Вода. Прикольно. Так, хорошие здесь звуки, но может быть дополнить их чуть-чуть вот этими рубленностями. Хорошо? Такими немножко. Вот прошлую картину мы вообще так звучали. Призракообразными. Порвать немножко это, да? Чуть-чуть вот так вот прорвать. Давай. А так вот, чтобы дать художнику кисть, а ну нарисуй-ка мне надломленный. Невозможно. Поэтому, если Бог дал какое-то интересное настроение в лице, может быть, не стоит ждать надломленности. Уже угомониться на том, что дал. Понимаешь? Уже. Либо искать, вот стоять и искать эту надломленность. Я, кстати, второй раз уже за тобой подметаю здесь. Я оставлю то, что там, ты куда-то это деваешь, лучше не становится, но ты делаешь это с упорством. Можно бы так оставить? Да. Ага, давай. Да. Нет. Не знаю, чем он съедался у тебя. Это мне тоже хотелось добавить там кукла, потому что с ним что получается.
На углу стола. Хорошо, с пальчиком разобралась. Единственное, вот здесь света не додала. Да, чувствую. Я увлеклась вот этим местом. Угу. И задала их что-то. Вон как красиво получилось вообще. Немножко, вот, мне кажется, немножко класс вот этот как-то вот. Ну вот да. Чуть потише сделаем. Если бы она была и как бы в тени. Сейчас пальчиком вот здесь вот. Вот здесь надо это, да, выделить, как бы я пыталась. Ну, сейчас оно нечаянно выделилось. Так, ну давай вот эти вот вещи. Нет, я попыталась написать. Тену. Так, чуть-чуть помогаешь, чуть-чуть оставляешь шаринку. Ну вот...